Продолжается вакцинация медицинских работников региональных учреждений здравоохранения. В числе получивших вакцину от коронавирусной инфекции коллектив Кичиневской районной больницы. В том числе начальник инфекционного госпиталя Ачир Иренженов, работающий в красной зоне с мая 2020 года. Всего, по данным регионального Минздрава, на сегодняшний день в Калмыкии привито 238 человек из числа работников здравоохранения и образования. Вакцинация добровольная и проводится только с согласия человека. Принимая настороженность населения в вопросе иммунизации, пример коллектива Приютинской районной больницы показал главный врач учреждения Павел Даджиев. Ну а что касается массовой вакцинации, как сообщает региональный Минздрав, планируется привить порядка 60% населения, за исключением несовершеннолетних, беременных, кормящих женщин и онкобольных. Как было отмечено, вакцинация против COVID-19 будет бесплатной.